Всем привет, у нас вторая часть. Продолжаем проходить это всю жесткую мясо с зомбями. Короче, патронов не хватает. Мана так у нас отжали, блин. Дали какое-то корыто, которое вроде как едет, но по-другому. Так, что у нас? Где у нас? Что у нас? Надо вообще 300 метров куда-то там. Я вышел отсюда, вон он, чел валяется. Отдыхает, короче. Бенц нужен, писец, бенц нужен. А вон там не бенц. Ля, у тебя бензик есть, погоди. Заправим. Да ёп. Канистра, да, вижу, что канистра. Давай, где там? Заваливай. Оп. Да все, не махайся, тихо, то рванет. А чё он дымит, кстати? Чинить. Это о. Поправимо. Продержится. Опа, ремонт, ни хрена себе. Все, поремался, поехали. Ё, а чё задний уход? Ну да, кстати, чё я дуру. Оп, на мотоцикле так. Сейчас как дуванем. Ого, блин. Да шо ж ты на. Ого, все, поехал. Ну-ка. Погнал, все на. Сейчас все будет. Зомбари на меня напали. Типа они меня видят. Воу, чуть не разбился. Где? Дорог не видно. Зачисти засадный лагерь. Опа, в смысле, подожди, на. Ах ты, сука. Опа. Где? Так. Вот, сука. Надо, бля. А, сука. Пиздец. Жесткая хрень, жесткая. Где там, подожди. Да бля, не сгори только. На нахер. Нормально я ему дал. Давай следующий. Так, прекращение поисков. О, все. Типа меня не ищут. Зашибись. Так, два ломика есть. Так, сначала идет. Бля. О, тут что? Где эта херня? Тихо. Так. Прикольно. Бля. Сквозь стенки можно стрелять. Прикольно. Что есть там? Жесть, в смысле, так можно, что ли? Что-то по патронам вообще все печально. Зря, наверное, винтовку поменял, да? Мы соберегись, подожди. Че, мы меня потеряли, а? А где мой мотак? Вон он. Вот тварь. Давай. Пиздец какой-то. Собаки еще на. Ух ты, бля! Да сукина! Да блять! Где баба там орала? Она где-то наверху, что ли, я не понял. Или еще выше? У-ти-ти-ти-ти-у, ты где там? Вылазь давай. Расчехляем волка. Опа-на, ты что-то там находишь. Бинт, нет места. Бинты делаются. Так, теперь надо все облутать так-то. Пистолетные патроны, окей. А что максимум? В смысле? Почему ты так мало таскаешь? Какого хрена? Где прокачка? Че? Увеличивает боязнь всех видов стрелкового оружия. Требуется 8 дополнительных навыков. Прикинь, да, это... Охренеешь вообще. Короче, я так понял, я вначале бомж вообще конкретный. Поэтому у меня даже ни хрена нет. Что это? Где она? Где она? Она где-то там, на третьем этаже. От третьего лица это топчик. Я ранена! Вылези. Лази башку, сказал. Кстати, сейчас проверим одну тему. Попался.
Бля. Подожди, не стреляй, ты чё? Чё такое опасное? У меня стрелы закончились. Пасы кончаются. Воу. Ну ты попал. Валим! Валим отсюда! Это был последний. Господи, Коб, сколько ты успел выбесить? Жесть какая она. Почему у меня хп такое маленькое? Охренеть. Все, у них места нету, этого нету. И что надо с генератором? Подрубить что-то надо. А что, подрубаем? Ладно, думаю, хватит. И что теперь? Вот и все. Я включу. Бросай! Опа, тихо. Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Прошу вас. Опаньки, здравствуйте. Женщин я стреляю, когда нет выбора. Есть у меня выбор. С меня взять нечего. Я бездомная. Ну это окей, тут все бездомные, тут вообще дома нет ни у кого. Кстати, винтовка такая же, нет? Ох ты ж, блин. Чё надо посмотреть? А, подземный бункер. Интересно, интересно. Тут до хрена всего, но у меня все вылазит, не вылазит. Вот это что такое? Лом. Лом это хорошо. Еще один лом. Максимально. Где бункер-то сам? Смотри, сколько ломом по углам вообще. А вот и бункер, кстати. Короче, с арбалетом проблемки, я так понял. Ладно. Пошли подземку. Подземелье. Вот. И что ты не заходишь? Ну, заходи давай, ну. Забегай. Оп. Открыл. Прикольная тема, кстати. Если париться не надо. Я то, что хочу. Правда, по лестницам я не бегать не умею. Опа, ланьки. Реальный бункер, кстати, такой американский. Американский самодельный бункер. О, Вася, ну-ка. Что у вас есть? Пойдем направо. Что это у нас тут? Карта какая-то. А, карта. Карта. 96. В смысле? Че не на 100-то, лоепарыс это? Надо было бесшумно сделать или что? О, бита с гвоздями, новый тут рецепт. Какие-то бумаги. Эй, меню выживания. Дик, слышишь? Может, ерунда, конечно. По-моему, кто-то проехал по горе. Моторы шумели. Я только что зачистил радиовышку для Копленда. Сейчас заберусь на нее, может, увижу что. Все, давай. Как говорит, койка да. Зовет. Койка зовет, да. Все, поспали, короче, полный духом, сейчас будем наваливать кого. Утро хоть дня? О, до утра, типа, дотерпел. Кстати, вышка, нахуй. Надо на вышку залезть. Эй, Дик, ты там как? У тебя что-то голос странный. Нормально, да я нет, просто... Я просто не ожидал. Мне повезло, у бабы патроны кончились. Ты ее отпустил, так ведь? Ну да. Да, я ее отпустил. Рано или поздно, Дик. Эти твои принципы тебя убьют. Да по-любому она меня потом ага, шмальна. Ну, все равно наверное. Меня что-нибудь убьет. Ну, типа, какая разница, друг, что? Подруга. Ой. Подруга ой, теперь высота. У меня. Ой-о. Ну ладно. А что ты сам ходишь? Там говорил Бухарь. Бухарь? В смысле, опаньки. Опаньки. Вон база какая-то. Точно. На горе кто-то есть. Вижу ага. Дым от костра. Где они? Я пойду туда. Нет, Бухарь. Тебе надо руку лечить, чтобы мы могли а уехать. А там такая же хата, да? В смысле, это ж моя... Это же... Тих, блин, да наш пост, твою дивизию. Только постарайся не спать. Вдруг они к тебе явятся. Отбой. Что-то я совсем не в форме. Да вообще пипец. Давай, качайся, моя. Хоп-хоп, пошел. По лестницам-то лазить по-любому силы надо. Ну давай, почти добрался. Давай. О, кстати, а здесь все. А, это просто. Висит кто-то, ни хрена себе. А я только заметил. Ну, черт, тяжело. Ой, устал, бедненький, все. Так. Все. Прокачал по полной, да?
Мой брат, задача завершена. Продолжит. Типа какая-то сюжетная линия получается, ты их потом закрываешь и все. Так, это найти лагерь и ехать сюда. Ну поехали тогда, чё? Тупо передвижение, короче, на получается на этом самом деле. Сослась ее. И дерево заключа. О, бензин есть. То есть сюда приехать уже бензин вообще не хватает. Ага, поехали. На Трантасе у нас, блин, лучший мотоцикл-то был раньше. И тут постоянно может кто-то... Ухарь, ты не спишь? Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. А, я слышал выстрелы. Наверное, засадный лагерь. На месте разберусь. Отбой. Тут. Ухарь. Ты был прав. Они расположились у железнодорожных путей. Прикончи всех этих ублюдков. Я и собирался. Отбой. Выходи, ублюдок! Чего притих, а? Давай, давай. Ох ты, бля! Да бля, вставай, пиздец. Мне ход хуйнул. Бля, пиздец, короче. Что за коньки отбросил на? Я слышал выстрелы. Да ёбаный. На месте разберусь. Отбой. Капканы, блядь. Бухарь, ты был прав. Собирался. Да тут везде на каждом углу это. Что ты видел? Не видел ты? Вон они сразу забегали, блин, охренеть совсем. А у меня один патрон, зашибись. Так что сейчас буду работать. К нему, мне не надо ко мне. О, блин, ни хрена себе выдается. Ах ты сволочь! Ох, ё-моё, на нахрен убила меня. Жесть. Вот это жесть. По-моему, надо как-то проходить стелсом. На месте разберусь. Отбой. Вот прямо реальным стелсом, вот вообще. Бухарь, ты был прав. Они расположились у железнодорожных путей. Прикончи всех этих ублюдков. Реально стелс, короче. Я и собирался. Отбой. Сейчас все подойдут. Не видно меня? Вроде не видно. Еще один идет. Блин, если спалят, пипец будет. Упс. Вот это вот баг какой-то. То есть можно сквозь дерево стрелять. Это вообще пипец. Багаюзеры. Ну, на ПК такая херня. Охренеть. Ну, у меня даже такой игре бага нет. Один из патронов остался. Жестко, жестко. Во-во-во-во-во.
как двое осталось вроде. Да блин. Это последний. Все, последний. Теперь собираем, короче, что у них тут есть. Дым, продолжить, продолжить. Нормально, короче, половина можно, типа, это. Ты наружу? Да, поеду к кладбищу. Попробую отыскать тайник Леона. Не понял, что ты сказал? Ты отдыхай, Бухарь. Как только оклемаешься, двинем на север. Тайник Леона. На север. Все тут по полностью. Выбор здания, оп. Без обид, я тебе. Так, какие разворачиваемся. Обиды? Я его найду. Сколько бензина у меня не написано. Ну, это да, это непонятное вообще. То есть типа зоны интереса, которые вообще ни о чем. О! Так, зараженная зона. Зараженная зона называется особо опасный район, в котором фрики устраивают гнезда для... Вот здесь, короче, где... Как спалить? Это надо вот эту керосинку, но... А если я... Обздец, ну. Это мне нужно. Бенз. Заливаем сразу бенз. Ни хрена 63. Охренеть, полбака. Прикинь, так канистр, блин. Катаешься, так быстро тратится. Ладно. Мусорка какая-то. Где? Вот ты где. Что это такое-то? Ёпа, мать. Сулок, зараза. Бля. А нахер. Вот суки. Поймали меня. Ой, зараза, реально. Охренеть, я попал, короче. Надо выбираться отсюда. Забрать вещи. Только по-тихому. Зашибись, меня поймали на... Вот это поворот, конечно. Жесть. У меня ни хрена нет. На один ножик, короче, и камушка. Блядь. Взяли. Взяли, все забрали у меня, короче. Давай. Ага. Нож забыли. Забрал. О, похищенные предметы есть, все. Добрый вечер, бля, капкан был. Это люди! Кровище. А, это все как было. А, нахер. Это когда мы били, смотрели, как его забили. Жестко. Жестко-жестко было. Отыскать старую Анжелу. Панькина. Оленя ест. Ну куда? Может быть здесь? Опаньки. Давай. Есть. Осталось определиться, кому это отдать. Ёпа мать.
Бухарь, ты меня слышишь? А, ты просто не поверишь! Я только что видел вертолет! Что? Какой еще нахрен вертолет? Вертолет Неро! Прошел прямо надо мной! И как будто меня не заметил! Столько времени прошло, и вдруг из ниоткуда прилетает вертолет? Охренеть совсем! Я поеду за ними! А, попробую выяснить, что они тут забыли! Дик! Ё-моё, что за фигня? Держись подальше, пока не станет понятно, что они тут делают. И давай без глупостей. Да что ты? Какие глупости? Надо донести как-то эту шляпу, правильно? На нахрен. Бля, сломалась. Да, блядь. Прямо в башку. Жестко, ну. Беру. Вот я косой. Завалил. Жесткий, блядь. И как я эту хрень возьму с собой, интересно? А, во, все. Зацепил как-то. Починимся. Ну-ка. Так. Минус 2 лома, нихера себе. Так, аптечки. Погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться. Прикольно, они, то есть, короче, с нами вместе тут. Что получается? Мне вообще тут нельзя находиться. Смерло, что тут могут делать ученые? Надо подобраться ближе. Глян. Подозрительный чувак, правда? Так. Не выходите из кустов. Они вдвоем среагировали? Вроде да. Вам что-нибудь нужно? Не знаю. Ненавижу такие вылазки. Конечно, понимаете. Куда лучше ползать по Беллновским пещерам? По колено в дерьме. Заметка номер 200. Ты оглох? Я повторять не буду. Не успел. Погоди. Может, мы с тобой договоримся? Ну что такое? Отвлеку их внимание. Заметка номер 2000. Проследим за большой группой численностью около 500-600 особей. Мы подтвердили, что место гибернации... Бля. Я ее сбил. Ну ё-моё, ну. Надо было сбивать. Три, это мы? Нет, это О'Брайен. Понял. О'Брайен? Чёрт, на чём я остановилась? Мы подтвердили, что местом их гибернации является пещера High Desert. Кодовое обозначение — сектор 15. Вытоптанная трава у входа и наличие следов, фотографии прилагаются, указывают на то, что это место они используют уже давно. Наверное, там тепло и уютно. Согласно показаниям датчика движения, установленного лейтенантом О'Брайеном, этим утром в пещеру вошли приблизительно 447 особей. Рекомендую выслать еще одну группу после 19:00 для изучения внутреннего пространства пещеры. Зашибись. Примечание для доктора Андерсона. Ваша теория о том, что объекты деградировали до первобытного состояния и перешли на ночной образ жизни, кажется всего лишь...
А внутрь не пойдете? Брайан. Ты что, не слышал? Больше 400 особей. И это не какие-то там заурядные фрики. Это третья стадия. Но они спят как младенцы. Я спросил, не пойдете ли вы. Про себя я не говорил. Эти особи не спят. Это гибернация. Когда-нибудь будил медведя, впавшего в спячку? Гибернация. Да. А фрика, впавшего в спячку, будил? Охренеть. Вообще-то да. Я один из тех, кто выжил на руднике White King. Господи. Он содрал кожу с моего друга, как кожуру с банана. Эти костюмы от многого могут защитить, но не от них. Охренеть. Офигеть, да, реально. Господи, извини. Там все сразу пошло через жопу. И поэтому мы туда не пойдем. Да по-любому. Если замуровать эту пещеру, может, мы сократим их популяцию? Не знаю, Капрал. Тут много пещер. Пойдем, нам пора. Да. Все. Пещеры. Да, кому это надо? Полезно, они не спят. И все, что ли? Вернуться к байку, а как я вернусь, нахрен? Еще и без потерь, да, я так понял? Если сразу кинуть и валить, вариант, наверное, да? Может быть. Смысл же. Сейчас эти приедут, что ли? Нормально так. 100%. Встреча с Нейро. Воу, болт. Какой-то пепельный болт. Бля, подожди на. Болем, болем. Ты на связи? Бухарь, ответь. Привет, привет, я тут. Когда мы уезжали из Фервела, тот тип из Неро, солдат или кто он там, который забрал Сару. Погодь, ты о чем? У него была плашка с именем. Ты помнишь имя? На вас открыли охоту. О, Брайан! Ты его всю дорогу костерил, до самого трехбалого Джека. В общем, он выжил, Бухарь. Он живой. О чем ты? Весь лагерь был перебит, мы же сами видели. Я в курсе, но я услышал. В общем, я подобрался к месту. Бля, посадки, это кто? Они... Стой, стой! Ты полез к вертолету? Ты что? Послушай меня. Я слышал, как они говорили по рации о некоем Брайане. Куда ехать? Дик, не смей. Знакомая, кстати, вот ну, это вот. На месте. Фигня. Так, в лагере надо бы потише. Пойду пешком. Потихонечку. Ну, давай уж совсем потихонечку. Вопрос, что тут сделать. Мне вот интересно, что вообще? Что у меня получится? Охренеть, вы что, тут все разом обосрались? Фу, господи. Ух, жесть. Разом обосрались. Да, намазано тут, конечно. Долбаные фрики, вы-то что тут забыли, а? Ёп, сколько тут гнезд-то. Это западня. Реально пиздец. Так, осторожней, осторожней. Палка на палку. У меня оружия даже нет, прикинь, ближнего боя. Ну. Чё, вот это все надо зачищать тут, получается? По одному? Не получится. Так, сейчас жахнет. Что-то здесь прохладно. Ну, я вам помогу. Да, бля. Да, бля. Пиздец, патронов нет. Разогрейтесь, чуток. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай-давай, иди сюда все. Бля.
соответственно. Волки тут. Че такие жесткие-то, а? У меня ни хрена нету на. Патронов ноль, все ноль вообще. Охренеть, на. Ага, мясо. Вообще мясо, на. Бля, собака идет сюда. Угомонись! А, все, угомонись, на. Короче, жесткий. Давай, давай, давай. Раз, два. Окей, давай попробуем, на. Давайте, ребятушки, поехали. А, блядь, вылез, да. Это радио «Свободный Орегон». Правда, освобождает. В небе стали появляться черные вертолеты. Возможно, вы их видели. Или слышали. И подумали, что сходите с ума. Не сходите. Они существуют. И это подтверждает мою правоту. Мы думали, что Неро выбрали вместе со всеми. Пав жертвами собственной глупости. Но нет. Как я и говорил, они затаились, чтобы потом капец вернуться и восстановить власть над миром. Но пока потом я вернуться, жив, этого не случится. А все, харе уже. Ну уж нет, Коуп, не сегодня. Точно, точно. Че, кидаем? Вам это понравится. А ну, ублюдки, давайте. Давай, давай. Вот тут пока ходит, я этих... этих завалю. Да блин. Да что ж такое? Все поломалось. Дубинка поломалась, короче, сколько там еще осталось? Один. Готов, Буратино, еще там один есть. Так, нормас. Давайте, ребята. Че, выходить будете? Любому. А, бля. Да, бля. Охренеть. Жесткий, жесткий. Короче, ножом очень долго их мочить. Ё. Валим, короче. Ай, бля, горю, на. Горю, пиздец. Я лучше свалю нахрен. Вот, сука.
Охренеть. Бухарь, все готово. Я зачистил гнезда. Теперь на горе будет чуть меньше фриков. Охренеть. Эй, Дик. Как дела? Много их было? Ага, но я решил их засветло зачистить. Они же не любят дневной свет. Да. Ну так, так, наверное. Это хорошо, хорошо. Бензин, так. Спасибо. Это спасибо, тут что ты был бензик. Подремал бы ты, бухой. Отбой. Воу, чуть не взорвался. Но... Вот бензин. Стой, тормози. Че у тебя? Сент-Джон, это Купленд. Что-то давно бухаря не видно. Просто он ходил для меня на вылазки. То, что надо. Вы же с ним друзья? Я пытался с ним связаться, но не вышло. Если увидишь его, скажи, Куп просил заглянуть. Буду очень благодарен. Ага, скажу, конечно. Размечтался. Так, это что у нас? Это у нас дорогу. Так, где у нас сюжет, короче? Ну, это, наверное, в следующем уже. Так, ну ладно, в следующем видео я уже вот это вот две штуки закончу и пойду куда-нибудь блокировку света делать.